Нет! Уж лучше умереть! Надоели эти вечные попреки! Лишнего яблока нельзя съесть! Поиграть нельзя! Важность какая! Чашку разбил! Ну, или духи заграничные в золотом флаконе разлил! Сразу же надо драться, толкаться! Господи, Боже мой! Вот Бог их накажет! Вот возьмет Бог и так делает, что дом у них сгорит. Когда дом загорится, мама выскочит на улицу, будет размахивать руками, кричать: «Духи! Духи! Спасайте мои заграничные духи в золотом флаконе!» А я знаю, как спасти духи. Но я этого не сделаю. Наоборот, сделаю руки вот так и смеюсь, как индеец. Духи тебе! А когда я нечаянно разлил пол флакона, сразу же надо толкаться? Или может быть так, что я нашел 100 рублей? Все начинают подлизываться, подмазываться ко мне, выпрашивать деньги. А я сделаю руки вот так и засмеюсь, как индеец. А хорошо бы иметь какого-нибудь ручного зверя, леопарда или пантеру. Когда кто-нибудь ударит или толкнет меня, пантера бросится и растерзает его. А я сделаю руки вот так и засмеюсь, как индеец. А что, если бы у меня ночью выросли какие-нибудь иголки? Ну, какой жар. Когда меня не трогают, их незаметно. А когда кто-нибудь замахнется, иголки приподнимутся, и трах, напоролся. Узнал бы нынче маменька, как драться. Ну и за что? За что? Нет уж, пусть смерть. Вот лягу здесь и умру. Небось, на меня теперь никто не обращает внимания. А когда я к вечеру буду мертвым, небось, заплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задержали бы, извинились бы. Да лучше не надо! Пусть смерть! Прощайте! Вспомните когда-нибудь раба Божьего Михаила! Недолго я прожил на белом свете! А интересно, что скажут все, когда меня найдут в тетиной комнате за ширмой? Поднимется виск! Ох, не плачь! Прибежит мама! Пустите меня к нему! Это я во всем виновата! А я скажу: да уж теперь поздно! От чего же я умру? От какой болезни? Просто так никто не умирает. Урчит. Вот оно. Чахотка! Ну и пусть. Хотя лучше спичками. Чахотка-то медленнее, так что всякое терпение лопнет. Где же спички? Фу!